спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В воскресенье в Самарской области небо будет пасмурным, местами пройдет небольшой дождь, днем 11-14 градусов тепла, ночью плюс 8, плюс 10. Ветер восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурно и небольшой дождь, днем плюс 14, ночью 10 с плюсом. Восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, температура воздуха днем плюс 13 градусов, ночью 9 с плюсом. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем плюс 12 градусов, ночью 9 выше 0. Ветер восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.